Лолита раскрыла диагноз своей дочери. На телеканале «Пятница» и радиосервисе «Премьер» продолжает выходить ДНК-шоу Лолиты Милявской. Новый выпуск выйдет в эфир 18 июля, и его героем станет сама Лолита. Ведущая сдаст ДНК-тест и узнает все о своих генах. На съемках шоу выяснилось, что певица является носителем сразу двух генетических заболеваний, которые могут прийти дети. Фенилкетонурия – тяжелейшая умственная отсталость вплоть до идиотии и синдром Жакена – тяжелое поражение мозга, печени и сердца. К счастью, эти болезни не проявились у ее единственной дочери Эвы. «Я не из тех, кто хотел детей. Наверное, на уровне подсознания это чувствовала. Что касается Эвы, то у нас есть проблема. Из-за недоношенности. Это не аутизм, а синдром Аспергера. Его поставили не так давно. Это проявляется иногда зацикленностью на предмете, необходимостью что-то вертеть в руках. У меня это тоже есть. Также у нее не было готовности к эмоциональным переживаниям. Когда она слышала мои грустные песни, она могла встать за кулисами и плакать. Мамочке больно, мамочке больно. Она была совсем маленькая, года 4. Сейчас уже нет таких переживаний. Наоборот, у нас в ходу грустные песни и шансон», рассказала Милявская.